Очередной бунт назревает в городе Пугачев в Саратовской области. Под угрозой приостановления деятельности оказались сразу несколько образовательных учреждений, среди которых 4 детских сада, спортивная школа, а также местный ФОК. Причина в том, что бюджетные организации перестали выплачивать страховые взносы в пенсионный фонд. Причем задолженность тянется с третьего квартала 2013 года. Общая сумма долга уже достигла 50 миллионов рублей. В настоящее время на расчетные счета организаций должников наложен арест. В пенсионном фонде говорят, что действовали в рамках закона. Имеются долги в пенсионный фонд со стороны учреждений бюджетной сферы. На сегодняшний день таких учреждений 61, и сумма долга составляет свыше 50 миллионов рублей. Поэтому имеются решения судов, на основании которых вынесены исполнительные документы, вынесены службой судебных приставов постановления, и соответствующие предписания уже исполняет непосредственно администрация. Из-за блокировки расчетных счетов дошкольных учреждений бьют тревогу прежде всего родители. Они переживают, что сложившаяся ситуация может серьезно сказаться на их детях. Если в ближайшее время со счетов не снимут арест, то могут возникнуть серьезные проблемы с организацией питания, расчетах с поставщиками, оплатой коммунальных услуг в детских садах. А это чревато закрытием дошкольных учреждений. В региональном министерстве образования сообщили, что в детсадах Пугачева есть необходимые запасы питания. Заключены договоры о поставке продуктов. Зарплаты сотрудникам дошкольных учреждений также будут выплачиваться вовремя и в полном объеме. Есть тревога в отношении оплаты за продукты питания в детские сады. Но район данную ситуацию взял на контроль. Главой администрации прорабатываются меры, которые не позволят сорвать образовательно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях. Вопрос о закрытии учреждений он не стоит. На контроль ситуацию взяли и депутаты региона, подтвердив, что перебоев с зарплатой быть не должно, а уж тем более о закрытии учреждений речь не идет. Мы будем следить за ситуацией в Пугачеве.